Дорогие мои соотечественники из Азербайджана, которые уехали из Азербайджана, живут в России. У меня появился материал такой. Я был в Азербайджане и снял в городе Сумгаит русскую диаспору. Там очень много лиц. Я хотел бы, чтобы вы вгляделись, посмотрели. Может быть, кто-то своих знакомых там найдет. Кто-то друг друга ищет, не могут найти. А вдруг бирден бире бахырсан, и таптылар бир-бирини. Вот. И я заснял, знаете, какой праздник, как вы думали бы? Ни за что не угадаете. Они отмечали в Азербайджане День России. И вот такое чайхану устроили. Там в основном женщины, потому что их мужья азербайджанцы. И азербайджанцы, наверное, с женщинами как-то вместе не отдыхают. А русские женщины взяли, собрались и устроили сами себе праздник. Так что вглядитесь в лица, может быть, кто-то кого-то узнает. Сегодня Леры со мной нету, мне некому говорить, давай заканчивай. Так, уже не буду говорить, не забудьте подписываться. А уже, наверное, неделю никто не подписался, ни один человек. Наверное, все, да, уже. 7200 подписались, где-то так. Все, наверное, никто не хочет больше смотреть. Ну ладно, буду с теми общаться, которые у меня подписаны. Так что давай, бахах, вглядывайтесь в лицо. В Азербайджане у нас без чая. И ни туда, и ни сюда. Чаю придает особый вкус шалашская вода. Когда заходишь в гости ты, сразу предлагают чай. Чай пить из армуды – это наш обычай. Чай, ароматный чай – это наш азерчай. Чай всему голова, пьем азерчай всегда. Чайхана у нас везде, где есть немного тень. Душой не отдохнешь нигде, лишь только в чайхане. Там играют нарды домино, издали мы слышим шишкоша. Нахмари чай пьют заодно, азерчай моя душа. Чай, ароматный чай, это наш азерчай. Чай всему голова, чай всегда. Чайхану заходим как домой, бирстичан ятербизе. Здесь чайханщик нам родной, если не брат, то езле. Мехмари чай и пахлава разбудит в душе ураган. Нам чай, как святая вода, азерчай нам, как дельман. Чай, ароматный чай, это наш азерчай. Чай всему голова, пьем азерчай всегда.
чай, ароматный чай, это наш Азерчай. Чай всему голова, пьем Азерчай всегда.